Игроки хоккейной команды «Югра» колесят по городам региона со спортивной миссией. Первый город, который они посетили – Когалым. Мы проведем с ребятами разминку, несколько наших базовых каких-то упражнений. Думаю, уделим внимание на контроль шайбы, немножко упражнений по катанию. То есть, в принципе, все то, что ребята делают, может быть, какие-нибудь упражнения будут для них новые. Ну и самое, наверное, веселое – пообщаться с ними, поиграть в игры, в хоккей, и хорошо провести время. Игрок «Югры» Дмитрий Костенко помнит, как таким же мальчишкой учился мастерству у профессионалов во дворце спорта «Волгарь» города Тольятти. Это было приятно тоже, когда мы приходили маленькими там на клюшках, то же самое на форме, на всем нам расписывались. Доставляло очень много так эмоций, и прям очень классно было в это время. Тоже, конечно, испытываем, когда много маленьких ребят подходят и берут автографы, что-то спрашивают, мы им рассказываем про свою там карьеру и так далее. И приятно очень поделиться этим опытом. Пообщаться – это одно, а получить ценный совет прямо на льду – совершенно другое. После автограф-сессии игроки высшей хоккейной лиги вышли на арену. Мастер-класс для молодых спортсменов бесценен. Начали хоккеисты, как и положено, с раскатки. Далее упражнения, которые в арсенале команды мастеров. Юниоры старательно повторяли за профессионалами. Особенно усердно – северные охотники. В апреле ребята будут бороться за звание лучшей сборной на турнире по хоккею памяти Александра Корунова. Поднять боевой дух когалымчанам удалось чемпиону мира среди молодежных команд капитану «Югры» Максиму Кицину. Именно он сегодня провел разминку для детей. Именно он показал несколько интересных упражнений, что, я думаю, подняло дух у наших ребятишек. И действительно, в связи с подготовкой к турниру Корунова, такая встреча, она очень немаловажна. Во-первых, это закладываются определенные у нас традиции. Второе, это действительно дети видят хороших мастеров, хоккеистов, которым, я думаю, надо стремиться получать так же играть. Ну и самое главное – это сплотило. Пример для подражания, уровень, к которому нужно стремиться, определили для себя и ребята из команды «Айсберг-2015». Я бы хотела быть похожим на Дмитрия Костенко. Мне нравится их вратарь Артем Яскевич. Я хочу научиться на мастер-классе бить там буллиты, броски учиться, финтами новыми. И мой любимый игрок Илья Авраменко. Максим Кицин, он капитан. На товарищеском матче я сидеть «Югру» не буду. «Айсберг-2015» и «Северные охотники» атаковали югорчан. Игра получилась обильной на заброшенные шайбы. Но победила дружба. Элина Фатхиева, Евгений Скляров. Наши города.